Ребята, уже заехал на вокзал. Сейчас подъедет Андрейко. И буду сейчас упакую велосипед. Так что здесь венчики. Располагаемся. И летим в Одессу. Собрали байчики. Даня подъехал. Ждал нас там, но не дождался. Так что все закрутили. Едем искать хату. Легендарный спотик. Спина, ребята, вроде бы пустила, но, бля, кайф, кайф. Это едем в АТБ, я пробил колесо, едем на руле. Час ночи, Роман клеит камеру. Йоу, всем здоров, ребята. И это мое новое видео. И сегодня в этом видео я собираюсь... Наверное, вы догадались, куда по названию превью. И это в Одессу. Вот, сейчас я собираю свои вещи, пакую велосипед. Но это уже в последнюю очередь. Типа, я возьму сумку, закину его там в поезде где-то. И вот сейчас нужно еще пойти на почту, отправить детальки пацанам. Кому что-то нужно, пишите BMX-запчасти из... С 10 числа уже поотправляю, если что-то останется еще. Ну. И тогда уже можно будет что-то думать. Также со мной должен ехать Андрей и Даня. Даня с Мукачева, Донателло. Вот его инста. Хотя потом увидите. И вот такое вот приключение нас ждет. Надеюсь, все будет хорошо, все будет круто. Буду вам снимать влажики, каждый день будут выходить. Ну, выходить не знаю, но, типа, я намонтирую наперед. Буду каждый день монтировать, чтобы не задерживать. Чтобы так через 3 дня каждых. Чтобы вам было интересненько смотреть. Так что я продолжаю собираться. Буду включаться. Показывать, что и как. Лечу еще на почту, да, отправлять посылочки, чтобы уже уехать. И чтобы меня уже не тревожили. Так что, если нужно запчасти, опять же, BMX, запчасти Ужгород. Еще куплю себе воды там. Салфетки вроде есть. Так что можно будет уже ехать. Заехал на вокзал, сейчас подъедет Андрейко. И буду сейчас упакую велосипед. Уже в вагоне. Так что здесь венчики. Располагаемся и летим в Одессу. Там Даня подсоединится в Мукачево к нам. А мы будем чилить, отдыхать. На чили, на расслабоне. Можно пивко, пивки. Ну тут рано. Ну все, тупо інтерес пропав. Бух, шукав вилку, ти все спалив уже, та й все. Немає інтересу вже шукати. Нету інтересу доказувати, що там. А це ми де? А, це ми що? То собі спокійно поїдеш і на екскурсію пройдеш. Ти поїдеш, бо вони екскурсії мали. Міхел Фігер. Когда поселился на верхней полке, неудобно сидеть. Короче, чуваки ехали без белья и там закинули 2 лишних типа постели на нижней полке, оказалось типа 4, и мы теперь едем с бельем. Бесплатное белье. Чисто портануло, 50 гривен, думаем, сэкономим. Ну не знаю, посмотрим, что скажут нам в конце. Потому что мы заходили и спрашивали, говорил 50 гривен, ну думаю, ладно. И тут снизу те, кто под нами, говорят, оп, еще 2 белья, и мы такие, опа, и все. Чекс. Андрей постелил место на подушку, постелил рушник, короче, так что так, включил себе колоночку, и сейчас будет слушать музыку, я ложусь спать.
вышли в Львов. Сейчас идем встретим Даню. Это он! Встретили Даню. Да, я там, 17-й год. Нам еще ехать 7 часов. Буду что-то думать. И все. Вышли мы уже в Одессе. Там Андрей тупо выходил, поднял велик, тупо шел, спину защемило, потому что такие тяжелые байки и сумки. Сейчас мы соберем и идем до Дани. Он где-то там, в конце поезда. Собрали байчики. Даня подъехал. Ждал нас там, но не дождался. Так что все закрутили. Едем искать хату. Я тупо еле вышел, я сейчас хочу. И ты еще наперед? Да. Ты еще сюда? Да, вот я тут. Чина. Все, чуваки, нашли квартиру. Можно лететь. Вот будет 2 миллиарда девайки на поезде. Вообще. Легендарный спотик. Поводырь наш ведет нас в хату. Мы еще хату не видели, но надеемся, что будет все нормально. Старовали за 900, хотел 1000. Нижний район у нас. Дальше поехали. Вот такая кухня. Тут холодильник. Справа видно. Вот такая плита, посуда. Все идут. Что треба, ложки, вилки. Стил можно поставить. Чтобы вам вот так. Тут все классно. Да, поехали дальше. Вот. Це двухмісний, це одномісний. Дівачі розкладаються. Ступите далі. Як хочете, я можу ще дати матрас. Все, ребята, вже поселились. Така у нас квартирка. Все чотенько. Старгувались нормально. Будемо жити з кайфом. Я не уверен, мені кажется, Шрец теж тут жив. Я не уверенный в этом, но возможно. Потому что я сейчас, ну, так помню, что не старый себя. Ну ладно. Андрей купил пеги у меня, а у него гайки на 19. И такой прикол, что он будет сегодня делать только туспик. Приехал за брендом и купит гайки себе. Сейчас выбью ему эту гаечку и будет все четко. Ну, что-то придумаем потом. Мы пришли с моря. Сейчас нужно сделать, покушать. Запарить кашу, что у нас есть. И такие еще рогалики или как? Рогалики. И еще у нас есть. Есть у нас еще пицца сырная. И все, больше ничего. Так что сейчас будем отдыхать. Только что вышел с душа. Даня там сейчас занят. Он моется. И все. И потом мы пойдем катать. А потом еще Андрей пойдет купаться. Что это? Укладочка? Укладочка. Что? Укладочка. Надо расческу укладочку. Наш. Чтобы укладочку сделать. Перед каточкой. Плотно покушать. З кими ти пам'ятаєш, що скоро влоги знімати? Тут перекавітись. Тут без камери не бачить. Блядь, зумить не можна. Все, чуваки, наконец-то виїхали на байк. Так що, летим. Все, вже доїжджаємо к парку. Там уже виднеется. Так что скоро будем снимать трючки. Подъехали на рейлу. Красюков прыгал. Помню, видосе у него было. Это вообще жесть.
Ой, я хз. На, все. В Азии очень много людей, ребята. Прям максимально. Надо где-то с утра прилететь, раскататься. И прикататься немного. Сейчас только прикатываемся. Так, Андрей пробует тобоган. Оп. Снимаем вложек. Еще прикатываемся. Так, давай. Хоп. Ебать. На что ты отлетело? Что ты отлетело? Что ты? Что ты? А, фонарик аж отлетел. Давай, Андрей, давай, 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 давай. Меньше слов, больше дел. Пошел. БСД маечка. Так. Оп. Блять. Все нормально? Да все нормально, просто нагадка. У меня зачем? Просто из-за какой-то парашют. Нормально. Оп, давай. Молодец. Наконец-то. Красавчик. Все, отлично. Это, бля, пиздец, чувак. Я что-то делал, кибл. И снимаю постоянно всех, и что-то спину защемило, не знаю, болит. Блядь, это просто пизда. Не знаю. Йоу. Май. Я не знаю, чуваки, что делать. Печально. Фибл на изионет. Спина, ребята, вроде бы пустила, но, бля. Кайф. Кайф. Но ничего. Стильные штучки. На. Вечер в плаже с пробитым колесом. Пам-пам. Не снял. Как не снял? Или срыв в конце спутка. А, не снял. Ну ничего, там с тобой в стиль. Ну покажи. Там... Ребята, едем в АТБ, я пробил колесо, едем на руле. Нам еще осталось 300 метров и налево. Залетели в АТБ, купили. Урод Роман. Шо-шо? Моральный. Моральный урод, это ты. Ты, хлопче. Хлопче. Уже все устали, не, бля, Романа не имеется снимать, я еще не знаю. Шо-шо? Все уже устали, а Роман снимает всякие цели. Ну и все. Влоги для ребят. Влоги начни давай снимать, уже в пустели будешь снимать, окей? Как я тебе тупо валю душу, блядь, убиваю. Как ты себя будешь... Все.
Що там? Все, клас, давай вже додому, все, тим ще хочеш спати. Сніми, далі сніми. Все. Час ночі, а приключення тільки починаються. Супер клей. Час будем клеить. Час ночи, Роман клеит камеру. Клея для латок у нас нету, поэтому это супер клей. Я, короче, ты можешь поскидывать стики видосы, там, где я падаю на жопу и скольжу, что ты можешь нарезку из них сделать. Типа нарезка жопопадений. В начале видоса будет все, короче... А формат ютубовский? Нет. Это можно поменять. Камеру я не заклеил. Завтра воскресенье. Будем что-то решать. Не знаю, найдем камеру или нет. Но уже как есть. А сейчас хаваем. Я хаваю итальянский пюр-пюр. На этот. Боже, ты Роман, сейчас ты ешь, что ты снимаешь. А если ты так себе просто водили? Чина. Закрой рот. Так, ребята, головоломка. Как собрать диван? Дед ничего не объяснил. Оп. Все. Собрали головоломку. О, выжил. Геракл, мы твои чипсы съели. Съели. Схавали. Чипсы уже утрамбованы. Без проблем. Хьюстон. Без проблем. А ну-ка. Ебать. Головоломка решена, ребята. Все, босс, босс. This is a boss. Да ты шо? Все. Да ты шо? Он все поспит. А я всех у него даже не буду спать. Блять, куда он-то понесет?